Всем привет, друзья! С вами B16. Сегодня мы выживаем на сервере Rust Asterius. Ссылка на группу и строчка для подключения будет в описании под видео. О, сколько их тут много раз. О. Чепер, давай прописывай и сделай пару этих. Раз, два, три. Это мы сами сделаем. Шесть камней. Ага, сделаем. Давай в фарме, пойду хоть дерево немножко сделаю, чтобы кирки были. Мы сейчас себе замок отстроим. Огромный, большой и опасный. Так, дерево. А зачем вы поставили большой ящик прям? Ну это я ставил, решил, что там будет удобно. Потому что полочек нету красивых. Ну я думаю, нормально, зайдет. Чего? Нет. Ладно. Я думал внизу поставить. В центру. Кто рядом с домом ходит? Ну точно не наши. А у нас и окон сверху нет, да, и выхода на крышу. Ну если что, зарем мы сделаем потом. Ты не вылазь, жди. Если что, на помощь придет. Думаешь? Чипер, знаешь, что сделай? Поставь еще одну дверь промежуточную снизу, чтобы до второго этажа добраться, надо было пройти через дверь. Я сейчас пошумел немножко, может он останется. Какой-то Дави. Он теперь в мою дверь стучится. Сейчас я поставлю тут. Сделаешь кирку? Подожди, сейчас сделаю. Пойдем еще порубим. Я Сэнди Форса. Окей. Тут был. Да, кто-то был. Ну, теперь и мы тут. У меня уже 10 камня, так надо быть аккуратнее, чтобы не отдать никому зазря. А Дифорсу разве не рановато еще детей иметь? Кто знает, кто знает. Чеппер, скажи, пожалуйста, сколько там хд на хом? Минут 5, наверное. Печально, а то ты к нам бы, ты пэшнулся, но тебе отдали вес, и ты обратно ушел. А может тут и вас тпшница, а я там постою. Типа Ильи. Я один буду бегать, да? Ну почему, я же к тебе телепортнусь. Ну давай, Илья, так и сделаем. Потом ты на нас ТП. Это самый вариант удобный. Сейчас, Илья, подожди, дофармим еще камни, я тебе отдам все. Ща гляну тот дом, который хотел. Так, сейчас надо только печки затопить. Чудесный фарм, прекрасный фарм. Какой интересный фарм, да. Просто стихи писать. Побежали. Где тот дом, который? Вон он. Ну ты видел дом, я не видел. На тебя надеюсь. Ну все белое, у меня уже в глазах все белее, так что надо отсюда побыстрее как-то менять биом, потому что зима богата ресурсами, интересно, но глаза вылетают просто. Подожди, дай я тут ящик поставлю на всякий случай. Ящик? Там в доме есть. Ага. Так, ящик или спальник? И то, и то. Ты говоришь ящик, ну окей. Подозрительно зашуршали кусты. К чему бы это? Я знаешь, как обычно делаю в таких случаях? Если у меня есть СМГ, я то просто очередь даю и все. А там уже понятно становится. Есть, то нет никого. Илья, кинешь на меня или у тебя нет ресов? Вот, есть. Когда не на меня сразу? Дерево не идет. Ты сколько дерева тут нафармил-то? У меня 50 только. На тебе дерево. Че? А у меня стрел больше нет. На фарме. Камень нужен. У меня 10 тысяч. Пэш, стой. Не надо, не надо. А ты куда камень весь сделал, подожди? Ящик тут скинул. Я за скриню. А как ты тут ящик потом попадешь? Сдохну. Отлично. Илья, подойди сюда. Пэш, возьми в руки пистолет. Что не так со мной? Уже так. Все, забей. Ладно. Как обычно какая-то штука непонятная там со мной творится, да? Красивая вода. Угу. Прям шикарная. Только из-за воды играю в Rust. Хороший домик. Тут Миша. Он залагал просто дико. Что-то он как-то мандражирует. Ну его плющит, реально куджагу-джагу танцует, ты его смотри. Миша любит мед, да? Бедного залагала, закрутила. Есть ткань у кого-нибудь? Я ткань? Покалёвку сделаю. Нету. Вообще один нет ткани. Пойдем посмотрим, что за магазин.
Да надо к шару возвращаться будет, там повоевать, наверное, сейчас пропишем. О, там еще справа домики, пойдем сейчас посмотрим, блин. Хата Андрея. Слева, наверное. Понятно. Пойдем туда вправо, ребят. Сейчас глянь, может подстроиться, может. А вон дома. Да а, там... я думал, ты имеешь в виду ту нефтекачалку, которая... Не, да что тут обижать, пойдем, там справа много домов, посмотрим. Подстроиться, я так понимаю, не особо. Ну вот, даже тут один блок пишет. Угу, далеко. За камнем. Печка. О, да. Печка пыхтит. И клубы дыма красивые. На расстоянии, кстати, они такие более редкие. По приближаются они такие становятся более частые. О, он прорисовался еще один домик. Даже целая башня он Саурона. Ребята, сейчас... есть инфа, что здесь что-то есть все-таки. Стреляю. Меня спугиватели по-любому. Забегали, забегали. Есть задвижение, ребят, внутри? Нет, я не слышу на картах. Тихо. Чепер, не бегай. Пусть он выйдет есть, на крышу. Есть. Пусть выйдет на крышу. Ребят, край. С какой стороны там отражать-то проще? Краю подойдет. Он вышел на крышу. Двое вышло на крышу. С калашами или с чем-то, ребят. Или с луками, не вижу. Стрелять? Тихо. Пусть он к краю приблизится. Он чтобы... уже на краю. Чтобы свалился. Я промазал успешно. Да все, они убежали, ребят, я убегаю. Он не знает, что вы здесь. Но у меня стрелы полетели, ребят. Мы на крышу сможем залезть. Ого! Ребят, в меня Тома стреляет. Прикрывайте. Чем у меня 12 тысяч камня. Это Ару. Ару, ёпарасоте, Ару. Ару. Это подписчик. Ой-ой-ой. Это ты меня стреляешь? А кто наверху был? А кто меня убил? Нет, это не я тебя убил. Чепер, прыгни. Чепер, давай заднюю сдавай оттуда. А, меня Ару убил. Да. Это Ару подписчик. Там сейчас сверху придет еще к тебе один. С луком один внизу. Сверху, вон он один. Все, ранил его. Нет, уронил, да. В пяточку. Не, не смогу убить его. Ладно, уработали. А, понятно, Dragon Lore был. Это ГГ-клан, ребятки. Ты жив еще? Я живой, да. Облутай нашего товарища, и давай-ка мы сделаем такую, как там, перегруппировку, вот. Даже жир не забрал. Я подальше отбегаюсь, у него есть болтовка, я не хочу с ним встретиться, потому что у меня пистолет и патронов на два магазина что всего. Что у тебя еще было? ТП сейчас отправлю. Подожди, ты это, ты кильнись, забери ресурсы с того и домой. Дома-то спальник есть. Как я домой все равно попаду? А спальника даже дома нет? Нет, спальник есть, но как я домой-то пахнуть? Ну ты бы сейчас дома мог резнуться, например, да? Сделать себе сет-хом, потом бы надо убиться. Друзья добавлять, не. Долго. В смысле? Какие друзья? Зачем? Я просто что прописал сет-хом и все. А, ты уже на хом улетел? Нет, я еще тут, Чайпер, я еще тут, я тебя жду. Забрали двух ребят и все. Не знаю, что с ними делать, что с их домом делать. У меня патронов мало. Забрали разве? Нет, мы же одного так забрали. Ну вы забрали одного, я забрал на крыше второго. Он сам точнее добился. О, вот теперь Чепер, уходи. Илья. Я бинтуюсь, ты где? Я в стороне от них, у них калаш есть. Еще если болтовка есть, то все, он. Присоединился к игре, они позвали братков своих. Давай-ка отсюда дернем, что ли. Чепер, не вступай в конфронтацию с ними. Ты тут еще? А тут я еще, я все просто готовлюсь хом прописать. Либо, Чепер, давай сделаем так. Подожди, сейчас. Я просто, понимаешь, не хочу терять камень. Мне жалко почему камень, я жадный еврей. Мы сильнее. А? На ближней дистанции мы сильнее. Понятно, у него калаш есть. Он диктует правила. Быстрее хлопаните, в дом сейчас забежит. Кто где? Куда? Меня стреляют уже с калаша. Меня убили почти четверо. А, убегаю. Убегаю. Все, я хом прописываю, походу. Не хочу я терять ресы. Слушай, не, ну с калашом это, конечно, серьезно. Все, четверо, я спрятался, я хом пишу. Все, я как трус поступаю. Ой, попал по мне. Все. Засейвлю, потом еще вернусь. Четверо, не это. Я вернусь сейчас, подожди. В 16 Steam оффнул.
Действительно, чего это я Steam офнул? А потому что все пишут и отвлекает. Лишь навсего. Ребят, на кого писать-то? Я готов. Патрона взял 57 штук с собой. Аптеки взял. Лук есть. Илья, ты как, живой сейчас? Прямо сейчас? Да. Сейчас, наверное, все-таки отхилюсь. Можно было, правда, и отхилиться этим, ну ладно. ТПР. Че, просмотри только, сейчас будет ночь, я пока вот ЭД сделаю. Все, готовимся, ребята, высадка через 15 секунд. Ну это в смысле для себя говорю, готовлюсь только я, у вас все нормально. Голосование успешно завершено, скоро настанет утро. Опачки. И дождь. Да. А, теперь смотри, у меня рука сегодня дерганая. Так, да не целюсь. Целюсь плохо. Подожди, главное, чтобы в камень не провалились. Я вообще сколько патронов с собой? Все, что в обойме, 7 патронов. На. Я не стал много набирать, я думаю, если уж нападут. Все, я весь ценный лут сбросил. Отлично. Опять в три кусты, что ли? Нет, другие. Ну че, я бы не стал нападать просто, но мы не затащим, у них калаши. У них разве калаш? С калаша стреляли, и в меня попали хорошо так, я, знаешь, как сверкал там. А мы не нападаем. Что мы делаем? Тем более, что мы... Просто что разведаем. Что за звуки по сторонам? У меня что-то это... Начинает уже ехать фаза просто от этого. Что за звуки? Ползи ко мне, медленно. Чем я тебе помогу-то там? Из меня же такой стрелок ворошиловский. Ты ж понимаешь. Да не еще хуже. Да гляди, с калаша он зарядил меня. Хуже. Больно было, кстати. Я ж без брони-то бегаю, по сути. Они в чат общаются. Можно послушать. Может, они там пароль скажут в чате, мы-то им замок помешаем. Поменяем замочек, это будет эпично. Один отключается, переподключится. Ага, видно. Не пока переподключается, значит. Но мы тут недалеко живем, но мы, ну, я тебе не скажу. Да ты с кем там? С этим, с ГГ. Он на РТ пошел. А-а-а. Пеппер, ну я не знаю, что делать с ними. Я, если что, проверить тебя сейчас за домом. А ты где? Он, короче, не в, походу не в курсе, что в этом. Я за домом. Еще один домик маленький, там тоже, по-моему, печка работает по звуку. Пеппер. Да, я подумаю. Понял тебя. Ага, я тебя вижу. Ну я не знаю, сейчас такие маневры, что они нам принесут. Может, пойдем дальше, пробежимся, там еще домики интересные. Может, никак не залезем внутрь, понимаешь? Нет, можно залезть через крышу, там подсадиться камни. Да можно выманить. Ну, с калашом. Можно, на самом деле, да, можно, но как-то вот... Но не онлайн, так что это будет проблема. Кто с лука стрельнул? Я переманил. Ты в окно стреляешь? Может, выйдут. Я тогда за камень хотя бы спрячусь. А вы где? А у дома ихнего. Тихо-тихо. Вертолет летит. Смотри на крышу. Дверь открылась. Или нет? Или показал? Нет, а дверь, по-моему, хлопнула. И вертолет недалеко, я слышу. Или меня просто опять плющит. Смотри на крышу. Не-не-не. Чипер, у меня опять проблема, я не могу запрыгнуть на камень долбанный. А вы где? А мы у его дома. А где, за каким камнем? Да я сейчас на камне вообще. Вот, я вижу. Я с другой стороны бегу. Я тебя пока не вижу, но а слышу. Что они говорят? Ой, да, Чипер там слушает, я не слышу. Ой-ой, двое там с калашом кто-то есть. С Томпсоном. Стреляют по мне. Изверги. Убить хотят. Ну нифига. Че спрятались-то? С пистолетом. Чепер, ты где? Подумал. Давай, карауль, карауль. Кто попал? Еще раз попал. Убил. Вот это хорош. Сейчас было. Вот хорош. Это сейчас было эпик. Нормально. О. Зашел так. Минус два. А ты где сделал? Подожди, Илья, я тебя не вижу. Смотри, чтобы я не пострел. Я с другой стороны на камне. А, ты обрабатываешь их там. Хорошо, молодец. Так мы что, одновременно двоих сложили, я не пойму.
Мы, кстати, можем, да, залезть. Вот тут. Подожди. Ты сложил. Я сложил Dragon Lore, а ты сложил Ня. Ля, как классно получилось. Жалко видео с моей стороны только. Еще третий где-то. Да, третий, подожди, так третий же переподключается. Или их там четверо? Не-не-не, он на РТ пошел. Я с ним только что говорил. Давайте залезем к ним, мы можем спокойно залезть, нам нужна подсадка. Я под дверью стою. Так ты если спокойно залезешь, подожди, ты там дальше пройдешь куда-нибудь или нет? Кто стреляет? Это болтовка была? Ага, в меня. Это уже плохо. Пацаны разозлились. Ой, мне ГГ сделали. Ну, у нас движение сзади. С другой стороны камни. Кто-то подходит с другой стороны. Прыгни, Илья. Я лежу. Какой прыгни? Чеппер, ты где? Попытаюсь его понять. А, так ты за камнем сейчас, да? У нас просто еще движение было, я так и не понял, свой, чужой. Тима, я был. Да, скорее всего. Не, ну если болтовка, это плохо. Ну там было Б-16. Как ты меня убил, я был за оградкой. Ну сейчас начнется, как ты меня убил. Я шмальнул на удачу. И убил, получается, кого-то. Че-то весь чат залупается. Ребята, ну что там у вас, вы где там? Отхожу тогда. Нет, ты стой, смотри на. Ну, я немножко дальше отойду, потому что был маневр для отхода. У меня АИМ! Читер, ребята, читер! Отписка, читы, отписка. Все, мастер чит. С пистолета кого-то убил 40 метров, да. Я с этого завалил его, подожди. Нет, я ж не с этого, не с лука, я с пистолета. Сейчас я его попрошу. Это я стреляю. О, пошло с болтовки меня, я убегаю. Ну, друг, будет у меня болтовка, я вернусь. Говорить мы будем по-другому. Может, что крэп? Может, меня крэп ранили. Что? К вам идет один с луком, один с луком. А с луком полбеды, я убегаю от болтовки он, сейчас. Он снизу идет сейчас. Я больше... от болтовки деру даю. А где он снизу? Он сказал, сейчас вас подстреляет. С той стороны, где я стрелял. Ты поднял Илью? Меня этот поднял, ГГ. Это я поднял тебя. Какой ГГ? Сейчас не вернется, подожди. Я ухожу в горы, ребятки. Это я? Лестница, ты чё? Аккуратно, там с луком к вам идет один. Или надо было шапку тоже зеленую сделать. А ты где? Кто? Илья, ты где? Блин, а меня убили. Я без лука. Так это не ты был. Что ж ты молчал? На камень залезает, на камень залезает. Чеппер, Чеппер. Тихо. На камне не свой. Вижу. Подхожу справа. Мне нечему убить, прости. Чеппер, отчет. Чеппер. Бей его. Ты живой? Давай добей его, у него ХП, я ему всадил в голову топор. На башне, на балконе. Да я вижу, я пытаюсь обоих крыть. Я подприкроюсь, подожди, подойду к тебе поближе, чтобы... Я походу не топором. На камне чужой, да? Не, это я. Прикрывай Чеппера. Чеппер, отходи. Они что, точно на пистолете уменьшили? Не знаю. Блин, попал меня опять, да ё-моё, ну чё такое? У меня оружия вообще никакого. Ну у них болтовки, и мы не затащим особо против. Есть что похавать в этом? Нет, похавать ничего не дать. Не завезли. Минус. Есть лук, есть. Сейчас лук. Опять Чеппера им будет. Лук есть. Есть лук. Дай лук, пожалуйста, вообще ничем стрелять. Давай иди сюда, к костру. Иди сюда. Ну или там с Чеппером разберитесь, ребят. У меня даже мяса нет. Где тут животные живые? Почему никого нет? Я буду караулить, чтобы не смог подобрать. Ребят, пока вы там это, я сейчас облутаю ратку, хотя бы еды найду какой-нибудь. Если я, конечно, никого не встречу на этой ратке. Тоже, кстати, вероятно. Ткани с собой нет, ничего нет. Пули 108. Кому? Ой, хоть? Сзади где-то. Кто там опять убил вас? А, понятно. Вижу где. Это не сзади, это спереди. По дому. Откуда? Снизу, под домом. Ничего. А, ну хоть покушать есть. Он его. Ох ты ж. Добил. Подожди, он тебя с лука долбанул, да? У меня 30 хп осталось. А, ну поэтому... все. Там пистолет у Чеппера был, да. Добей его, добей. О, я
получил арбалет. Поломанный арбалет, спасибо.